Итак, задаем вопрос, который волнует всех украинцев, нападет ли на нас Путин. Вообще, будут ли активные боевые действия с Россией? Так, Путин, боевые действия. Карта, которая отвечает за стабильность ситуации. Стабильность — это войска, которые, в общем-то, никто убирать и не будет. Опять же, вторая же карта, четверка мечей, отвечает не просто за стабильность, а периодически еще какие-то высказывания в адрес Украины, причем достаточно острые высказывания со стороны Путина. И третья карта. Двойка подков или двойка момент, двойка монет. Двойка – карта, которая отвечает за определенный союз. Так как это подковы, еще карта отвечает за какую-то финансовую поддержку. Если брать Путина, то вот такая ситуация, скажем так, какие-то войска, какие-то учения, ему крайне экономически, скорее всего, выгодно. Тут, наверное, задействована не Украина, скорее всего, Путин с помощью Украины что-то пытается доказать мировой общественности. И вот эта ситуация, ни одной карты не отвечает за боевые действия. Я сейчас достану две дополнительные карты. Это элемент какого-то шантажа Путина, причем не то Европы, не то Америки, а может даже и всего мира, зная его, потому что планы там у него достаточно грандиозные. Но вот одна карта, которая отвечает четко за то, что Путин имеет какой-то финансовый интерес. То есть это, ну, это не просто так, скажем так, собрал он войска напротив Украины и что-то там. Карта «Шибельник повешенный». Почему-то на все политические расклады она очень часто падает. И если брать данную ситуацию, это скорее всего, что вот этот план Путина, он затяжной. И еще одна карта. Карта, вот, которая отвечает за конфликт. Причем конфликт, который вышел далеко за рамки Украины и России. В некоторых колодах карт это трактовка дороги. Да, постоянно люди будут куда-то ездить, об этом всем говорить, нагнетать ситуацию, но ни к чему вот негативному для Украины, я имею в виду непосредственно боевые действия, оно не приведет. Хотя вот, вот эта карта денег, она крайне опасная. И, потому что тут понять, что именно хочет Путин, разрушить экономику Украины. Явно есть какая-то его именно материальная заинтересованность. Вот что-то он хочет или выторговать себе какие-то блага, но на наступление, на какую-то вот активную деятельность он не пойдет. Ему нравится, чтобы вот эта ситуация, она там развивалась, чтобы говорили о там нагнетении там войска, каких-то возможностей того, что он там нападет, еще чего-то, но резких каких-то движений Путин делать не будет.